Вот едет Вилстрой с кучей гравия и непонятно чего. Не накрыта машина. Камни сыпятся на лобовое стекло. Номер не читается. И такие на каждом шагу. Вот здесь гаишником можно встать. Вот по стеклу лупят. Вот почему не ловят их? Или все проплачено? Вот здесь можно гаишником встать и кормиться тут, и деньги зарабатывать на их. Сербы, хорваты или кто тут за рулем у них ездит. Вот, пожалуйста, кузов не накрыто ничего. Все сваливается оттуда. Лупят нам по стеклам. А на экологию разрушили тут. Все сопки сравняли. Тысячелетний мох подняли. Все, и грубые нарушения. Безопасности. Сейчас упадет вот булыжник на стекло. Кто вот будет проплачивать? Злы. Он летит. Вот из кузова летят камни прям навстречу. Вот сейчас еще улетел. Гоняй его. О, летят булыжники. Это... Вот как можно? Если затеяли такую глобальную стройку, то должна быть альтернативная дорога. Стройте себе альтернативную дорогу вон вдоль берега и ездите по ней сколько угодно. И что это, блин? Купили всех. Вот они, эти пуры, день и ночь эти мазы, кразы. Это сегодня суббота, в будний день вообще ехать невозможно. Глобальная стройка, блин. Белокаменку всю изуродовали, блин.